нас, которые организованы, нашу встречу даже, вот, которая организована в рамках проекта «Химки. Интересно жить». Вот, несмотря на то, что вроде на улице холодает, мы очень надеемся, что встреча будет и теплой, и продуктивной. Вот, вы сможете заняться удивительной такой вещью, как мозаика, да, сделать картинку из мозаичного стекла. Специалист у нас, который вам в этом поможет, Филиппова Ольга Сергеевна. Также на нашей встрече присутствует представитель администрации городского округа Химки, директор спортивной школы по зимним видам спорта Ручкин Александр Юрьевич. Мы надеемся, что будет не только вот руками, да, возможность поработать, но получить также удовольствие и узнать какую-то информацию о жизни нашего городского округа и задать интересующие вопросы. Да? Вот. Мы также предлагаем вам, вы видите, спасибо, что вы пришли, вас много, да, и вот мы спрашивали, откуда вы узнаете информацию про наши мастер-классы. Очень много знакомых из социальных сетей. Пожалуйста, делайте фотографии своих работ, себя, своих соседей на сегодняшний вечер по парте. Вот, своих знакомых отправляйте, размещайте в соцсети, чтобы как можно больше людей знало, что такое вот существует интересное мероприятие. Спасибо. Да. И, конечно, вот Александр Юрьевич всегда. По традиции, да, добрый день, дорогие друзья. По традиции мы в конце выявим лидеры минутки общения. И для этого лидера у нас будет специальный сюрприз от школы еще. Пока не буду говорить, какой будет сейчас оставить сюрприз. Ну, интересно очень. Поэтому, ну, не футболку, давайте приоткрою, это будет шапка. Да, именно от нашей школы. По зимним видам спорта. Поэтому делитесь активнее, кто выиграет, берет шапку с собой. Пожалуйста, скажите, что будете? Да, сейчас покажу. Так, я вам сейчас расскажу о стеклянной мозаике. Эта техника, конечно, известна была даже, но потом забыла. Не дам ребенку, но лет 5 назад, опять была запрещена, как бы воскресла, можно сказать. И начали заниматься Сходинская школа и Новоподвижническая школа. Мы давали несколько мастер-классов тоже по химии в районе для людей, по технологии, вообще учитель по технологии. Этой мозаикой мы занимаемся со старшими классами, занимались. Вот, с прошлого года в 10-11 технологии убрали, и занимаемся мы этим теперь только на кружках. Вот здесь работы представили, это все детские работы, поэтому когда вы берете и говорите, что я не смогу такое сделать, сможете однозначно. На кружке приходят дети 5-6 класса, и у всех замечательно получается. И наша работа даже не занимает, на конкурсах. Так, сейчас я вам расскажу. А? Несколько техник по стеклу. Здесь можно, вы выберите то, что вам нравится больше. Значит, сначала скажу материалы, какие нужны нам для работы со стеклом. Ну, во-первых, рамка со стеклом любого размера. Маленькая, какие сегодня, большая, средняя, любая. Какую картинку мы туда вставляем, мы можем нарисовать сами. Вот у нас мальчики, кто ходит на кружок, они рисуют корабли, самолеты, тоже вкладывают мозаику. Некоторые храмы рисуют, рисуют сами. И тоже выкладывают. И получается очень замечательно. Мы идем. Вот вчера, кстати, я вам скажу, вот это нарисовала девочка сама. Вот это тоже из картинки срисовали детские разукрашки. Вот. Оттуда прям брали, разукрашивали, подставляли вот А4 туда. Вот эта картинка взята из обычного календаря, вот новогоднего, вот продают календари. Можно брать любую картинку, пейзаж, животных, цветы, все что угодно. Подставляем сюда под стекло и выклеиваем это мозаикой. Дело в том, что еще не всегда найдешь стекла такого цвета, который нужно. Тогда нам приходит на помощь и краски тоже. Мы внутри закрашиваем, и если светлый тон даем, то оно усиливает цвет и получается еще красивее. Так. Это где брать картинки. Теперь две техники. Значит, первая техника – это стекло выклеивают от начала до конца, не оставляя никаких промежутков. Это вот эта картина, вот эта картина, где с начала до конца, вот эта тоже картина. Видите, с начала до конца. А можно даже в этом изюминка, причем девочка вот в 11 классе первая придумала так, и за ней пошли все.
Ей не хватило стекла, не хватило времени к концу четверти оценки выставлять. И она выборочно спешила, и она выборочно сделала. И мы посмотрели, как это красиво. У нее даже фон и то не везде выложен. А вот этот фон, это обыкновенное белое стекло. Вот рамки из-под стекла вот разбиваются иногда. Это вот мусор. Или где стекла вставлять, это мусор, который не нужен. Где дети брали тоже стекло? Это бутылки разбивали, флаконы из-под духов, из-под лекарств. Что еще? Вазы, люстры, все, что вот вы видите. Мы к Новому году, когда делали картину, применяли даже елочные игрушки однотонные. Мелко били и тоже выкладывали. У нас была елка из стекла, а новогодние игрушки биты вот этот. То есть здесь фантазии можно придумать все, что угодно. Вот. Да, чтобы не порезаться. Но вот сколько мы лет работали с этим, еще никто никогда не... Если вы будете технику безопасности соблюдать. Вот я уже пока здесь наблюдала, ни в коем случае нельзя вот подходить и вот так вот гладить. Обязательно порежетесь. Эти картины смотрят только издалека. Вблизи они не так смотрятся. Издалека очень смотрятся. Делали картину? Да, да, да. Что ты хотел сказать? Чтобы не порезаться, можно... В перчатках работать, нет, да? Нет, не в перчатках, а аккуратный костер плошковый брать... Пинцетом. Пинцетом, да. Можно. Но если вы берете аккуратный костеклышко и... Долго. А? Пинцетом долго. Нет, это... Можно и пинцетом. Если у нас, например, вот делали мы рыбку или птичку, и надо вот нам прямо в серединку глазик сделать, тогда мы берем пинцетом, ставим клей в ту точку и пинцетиком кладем наверх стекло. А так мы обычно берем маленькое стеклышко, ставим точечку из вот клеем, клей какой еще сейчас скажу, вот, немножко ждем минуту, чтобы клей чуть-чуть вот схватился, и потом кладем стекло. Вот ошибка вот прошлого четверга, когда мы делали, очень много клея выдавливали, и он разливался, и он не застывал, и не приклеилось. Приклеится, если вы капнете или на стекло, или на, вот, на рамку, немножко подождете, и тогда положите стекло. Вот тогда у вас хорошо схватится. Так, значит, клей применяется обыкновенный, сейчас я вам покажу, обыкновенный. Вот, обыкновенный момент, но только прозрачный. Вот по ошибке, сейчас я вам просто разницу покажу. Вот, это прозрачный, секунду можно брать. Вот смотрите, вот эта картина сделана, клей тоже момент, но вот такой вот цвет желтоватый у них бывает. Вот посмотрите, что с картиной, да? Желтизна, это проявляется. А если вот эту и вот эту вот делали, секунда, вот прозрачный вообще, здесь смотрите, вот года 4, наверное, уже этой картины, вот она как будто только что сделана. То есть ничего не остается, ничего. Так, это насчет материала. Теперь техника какая еще. Можно брать кусочки мелкие и каждый кусочек приклеивать прямо по картинке. А можно, вот если вы хотите вот такой вот эффект создать, вот эта картина и эта картина, они сделаны другой техникой. Вот это одной техникой. А это другой. Значит, как разбивать стекла, я вам покажу. Мы бьем мелко-мелко-мелко стекла, фон мажем клеем, и прям из бумажки, не руками вот так, потому что, да, прям с бумажки вот так вот сыпем. Приклеивается, чуть-чуть подождали, потом вот так вот стряхнули тоже на бумажку или вот в этот контейнер. Что приклеилось, то приклеилось. И вот получается, очень красиво смотрятся пейзажи. Вот вы выбирали, никто не выбрал ни березы, ни дуб. Нет, вы не вот. Вот этой техникой получается необыкновенно вот эти пейзажи, вот эти вот эти деревья. Так, если здесь, вот смотрите, вот клеем делали по рисунку, получилось, я когда подошла, сделали прям вот сплошной, я не поняла, какие эти живности и какой что. Есть такой контур для стекла, контур, можно глаза вырисовывать, контур, где крылья вот мы делали тоже, вырисовывать вот эти вот. Как он выдавливается, я не знаю, как акрил. Да, 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 краска тюбиком выдавливается тонко-тонко. И вот контур можно вот так вот делать. Бутылку. Или стакан. Что-то, или даже пузырек какой-то. Мы разбиваем только в пакете. Не в тряпочке, а в пакете. Мы берем этот стакан. Вот, положила сюда в пакет. Несколько раз вот так вот завернулась. Значит, можно на полу, на кирпиче. Можно, вот у меня вот такая штучка, она, правда, тяжелая, вот, но на ней очень удобно разбивать. И обязательно не на столе, а на дощечке, чтобы мы не испортили. Вот мы парты на партах же разбиваем, чтобы парты не испортили. Вот пакет завернули, и острым концом молотка. Вот видите, я разбила. Теперь ничего не обрезал, ничего никуда не летит. Кто-то пугался, что это. Теперь вот.
вот это, ни в коем случае не руками, все нужно делать. Так, вот смотрите. Берут фолики и высыпают на газетку, в коробочку, куда угодно. Вот у меня разбилось. Есть очень много крупных. Крупные мы не клеим. Теперь смотрите, что я делаю дальше. И чем мельче стекло, тем интереснее получается рисунок. Он получается вот настоящая мозаика, очень красивый. Теперь мы берем тряпочку, любую. Толстенькую. Любую. Она израсходится, мы ее прям выбрасываем. Так, берем вот такой кусочек любой, кладу сюда. Держу со всех сторон, потому что мы же вообще вот в школе разбиваем. Кругом дети сидят, и уже вот этим концом я вот так вот печу. И разбиваю так, как мне надо. Вот вы можете пристать и посмотреть, что получилось у меня. Видите, какая мелочь получилась? Все видите? Вот очень красиво вот этой мелочью делать, вот фон делать или вот засыпать цветы. Беру опять коробочку. Опять, вы видите, ни в коем случае нельзя растрачивать руками. Эта стеклянная пыль, она обязательно сюда. Если технику безопасности соблюдать, то никогда не обрежетесь и никогда не уколитесь. И вот так вот я ссыпаю. Так, надо мне другого цвета. Я беру другой цвет. Надо этого. Вот видите, никуда не летит. И ничего, мы не обрежемся. Теперь вот так сейчас будете для своего рисунка выбирать стекло. Вы можете брать любое стекло, заворачивать, мелко дробить и вот брать эти коробочки и ссыпать в коробочки. И потихонечку клеить. Если вы будете вот такими вот кусочками клеить, вот такими по размеру, мы выдавливаем сюда клей, вот чуть-чуть я подержала и кладу. А вообще интереснее и лучше, если вы сразу выложили, а потом берете по одной. И финики, пожалуйста, разбивайте, берите коробки. А с чего нам лучше начинать? Можно с листиком. Вот так в коробочку закладываете, все подряд, да? Разные цвета. Как хотите, хотите разные. В смысле не отдельно? Нет, нет, не отдельно. Вы же потом берете аккуратненько. Так, кто разбивает, аккуратненько. А разбивать где-то, а мерите, да?